Всем привет, с вами Фоксон. И я сейчас хочу посмотреть, что тут у меня с Farm Pass. Что я тут напроходила. Ну, пока чуть-чуть. Так, как меня задолбали эти глюки. Так, что я тут прошла? Ну, давайте посмотрю, кто тут ходил этот цыпленок. Я вот не забрала деньги. Так, что мне здесь предложат сейчас? Попкормиться. Это что у меня? Ой, сахарный завод. Ты мне сахарный. Печь для пирогов. Что мне больше запустить? Ну, вообще-то, сахарный завод у меня постоянно работает. Давайте я его активирую. Так, и что? Пошла я дальше смотреть, что тут у меня. А то я тут всем помогала, и у меня потратились мои продукты. И в городе я посетителям нагружала. Кстати, вот я чуть не забыла. Эти дорожки, ну ладно, я вот тут их опускаю. Вот что у меня. Ага. Значит, чай с медом, да, очень понятно, чай с медом надо будет делать. Клёцки и тогда же следующий какой-то порог я прошла. Так, когда уже будет у меня новое животное? А ведь мне нужно белого сахара обязательно наделать. И вот таких вот пирогов. Значит, давайте я сразу запущу. Ого. В общем, я сразу запускаю. Так, для интереса. Да, все есть. Ну, пусть работает, я не буду морочиться. Тоже неплохо. Так, давайте я запущу вот этих вот белок. Ой. Что-то я выполнила. Прикольно. Так, теперь посмотрим, что я могу сделать на заводе. Этих у меня 30, значит, если делать, нужно только такие. Значит, мне надо еще золото бы. Видите, здесь золото надо. Ну, давайте сделаю вот еще одну такую штучку. Все, да? Ладно, теперь я пойду сейчас смотреть. Так, ну, чай точно у меня, вы помните, клёцки мне надо сделать. Да, видите, только клёцки. Их надо еще будет, там нужно еще где-то, я видно, кому-то загрузила. Что у меня со шляпами? Ух ты, веночек у меня исчез один. Тут можно будет цилиндром наделать. И цветы. Вот тут что-то у меня с цветами было. Я где-то их там раздавала всех. А вот такие вкусные цветы. Конфетные. И... Ого! Ну что, значит, я сюда еще вернусь. Чай. Значит, я хочу посмотреть. Чай с медом мне нужно, конечно, будет делать. Может, какой-то другой надо еще. Может, не в таких больших количествах. Так, ну что, запускаю 5 штук, и мне еще одну нужно будет сделать. Ага, это можно будет пчел запускать. Ну, смотрите, чтобы 3 звезды получить, тут еще много надо работать. Так, смотрим, проверяем, что у меня здесь. Здесь все нормально. Значит, я помню, что что-то я кому-то... Ага, вот давайте сделаю пока 2 таких. А весь, наверное, надо будет мне посеять, а то что-то мало его у меня. Так, видите, вот. Так, или давайте сразу, чтобы не мучиться, сколько там мне. Ладно, а то я потом посею. Давайте сразу его посею. Соберу вот что-то у меня тут такое. Ой.
где тут рис у меня? Сколько бы мне посетить? Ну, давайте вот так. Он все равно растет достаточно быстро. Если что, место освободится. Ой, как интересно. Да, такое не часто бывает. Ну, а здесь... Я думала, что у меня здесь все в порядке. А оказывается, еще один. Да, видите, а я думала, что здесь все вот так вот уже спокойно. Ничего не надо делать. Ну, хоть тут ничего не надо. Но я думаю, что тут тоже у меня вроде все. А, так, теперь проверяю, что здесь. Я что-то с этих вот новых потратила. Я не знаю, в каком оно делается. А, скорее всего, все делается здесь. Может, здесь что-то я тут... Подождите, а что я раздавала, что у меня... Ладно. Что-то я совсем уже запуталась. Так, а сколько здесь? Ну, вот так вот, да, сделаю. И... Так, я понимаю, что мне надо... Не, ну, я еще есть, поэтому пока не тороплюсь. А вот тут у меня... Я вот делала конфеты, да, еще вот такую надо будет сделать. Сейчас посмотрю. Да. Ну, пусть пока работает. Вот у меня было много муска. Я тогда свечу все-таки такую кто-то забрал. Так, ну, собираю теперь мед. Ну и пчелы пусть немножко мне меда соберут. Так, супы. Да, ничего, нормально. Ага. Так, вот теперь проверяем. 12, 14, 12. Смотрите, все пока есть. Даже не знаю, что запускать что-то или нет. Давайте запущу одну клубничную. Так, вот теперь проверка. Большая проверка. Ну, я запущу пока, знаете, какое вот, ну, пусть оно клубничное. Пока делается соками, что 8, 12, 12, 12. Так, если все будут нормально, то... Так, я тогда пока ничего здесь и не запускаю. Да, вот такое пришлось делать. Так, я сейчас проверю, что у меня с этими. И потом буду запускать хлеб, кстати, кукурузу и сколько. Я сейчас сделаю обычно, а потом запущу еще кукурузу один. Сделаю про запас. Так, а здесь у меня... Все нормально. Там у меня перьев нет, потому что можно не смотреть. Так, а тут что я тут сделаю? Сейчас посмотрю. А тут мне ничего не надо делать. Вот, по-моему, у меня из этой вот печи. Я вот отдала продукты. Обычный мед. Надо еще вот такую штучку сделать. Ага, вот у меня с овощами. Я ее уже вижу. Вот эту. Ну что, вперед.
что тут загружено все, пусть работает. Ну, сахар здесь, вы сами понимаете, работает. Так, а теперь вот тут нужно посмотреть, что мне надо восстановить. 22 масла этого, сколько, 27, да? Значит, пока запускаю так. Значит, я что сделаю? Сейчас соберу молоко. Так, и запущу корм. Так, ну и что, посмотрю, что мне здесь сажать. Ну, смотрите, можно еще буряк посадить. Ну, ладно, все. Ну, а теперь я на этом сегодня с вами прощаюсь.